Привет. Ты кто? Я Мандалорец. Мандалорец ты. А это кто у тебя тут? А это два апельсинчика и два Грогу. Два апельсинчика и два Грогу. Ясно. Давай я тебе буду задавать вопросы, а ты будешь на них быстро отвечать. Давай. Давай, первый вопрос. Кто самый сильный на нашей планете? Я. Ты самый сильный? Я. А слон сильнее тебя? Нет. А что пахнет вкусно? Апельсин. Апельсин. Угу. Зачем нужны ногти? Потому что охотиться. Охотиться нужны ногти. Угу. Как правильно готовить хлеб? Надо формочки. Формочки. Печеньки. Угу. А потом большой хлебчик. Так, а как большой готовить хлебчик? Надо такую форму отделать, а потом это будет булка. Понятно. Зачем пауку паутина? Потому что он там ползает. Ползает просто в этой паутине. Да. Как очистить планету от мусора? Пылесосом и лейкой. Лейкой. Пылесосом и лейкой? Да. Ага. А зачем тебе реснички? Потому что так. Сердиться о него. Сердиться, чтобы ресничками? Так. А почему колеса круглые? Потому что они всегда круглые. А почему не квадратные? Они не всегда не бывают квадратными. Так неудобно ездить? Да. А зачем убирать пыль? А мусорил. А зачем убирать ее? Потому что она валяется и грязненькая. Понятно. А кто всегда ползает? Паук. Паук ползает. А еще кто? Не то. Только паук умеет ползать. Да. Понятно. Ну давай, скажи пока-пока. Я еще сяду много-много. Давай в следующий раз.